Молочную продукцию с растительными жирами лишают соседства с продукцией на жирах молочных. Напомню, с 1 июля этого года в силу вступило новое постановление правительства о правилах продажи отдельных видов продуктов. Так, по новому законопроекту, торговые сети и магазины обязаны соблюдать правила разграничения и маркировки молочной продукции. То есть у нас есть продукции, где содержатся молочные жиры, и продукции, где не содержатся молочные жиры. То есть разграничение полок. Федеральные сети пошли как бы чуть-чуть по другому пути. Они сделали отдельные полки. То есть отдельная полка на одну продукцию, отдельная полка на другую. Наша региональная сеть просто разделила флажком и поставила указатель. Такие меры в первую очередь направлены на благо самих покупателей. Особенно тех, кто пристально следит за своим здоровьем и питанием. До этого вся продукция располагалась на одном ряду, хотя по составу и полезности это принципиально разные продукты. За соблюдением нового порядка также следить будут специалисты Роспотребнадзора.